все нравится, и я надеюсь, так же, как мне понравился город, то болельщикам понравится наша игра. Поэтому адаптация проходит хорошо, хорошая команда, хорошие игроки, руководство поддерживает со всех сторон, прекрасный тренерский штаб, поэтому все условия для хорошей и качественной работы у нас есть. Как мы договорились с ребятами, все будет построено на доверии, уважении и честности. То есть по-мужски, глаза в глаза и хорошее отношение друг к другу. На данном этапе отличный коллектив, очень много хоккеистов с хорошим мастерством, опытом. И самая основная задача – это нам вместе с ребятами теперь создать команду. Честно говоря, связки у меня уже есть, и они действительно будут, но мне хотелось бы немножко это подержать в секрете, чтобы все-таки было это сюрпризом, потому что за время предсезонной подготовки возможны перемены и, возможно, будут перестановки. Но вот такие задумки есть. Легионеры хотя бы будут играть вместе или это тоже не секрет? Начнут на сборах вместе. Каких-то тяжелых поездок или... по 4 игры на выезде практически, по-моему, даже нет. Хороший календарь. Дело все, в принципе, у нас. Вы знаете, что всегда кажется, что вот только начали, а потом поворачиваешься, уже сезон закончился. Да? Поэтому, естественно, время очень пролетает быстро. И в данной ситуации нам, конечно, надо максимально использовать вот эти 2 месяца для подготовки команды, для физической, эмоциональной, умственной, потому что ребята были готовы к такому, в принципе, очень, наверное, тяжелому сезону. Потому что когда начнется сезон, игр много, времени, тренировки мало. В основном это тренировки, которые будут поддерживать их уровень. Для этого и дается предсезонная подготовка, чтобы сейчас подготовить команду к сезону. Желаю вам легкого плавания и высоких достижений. Спасибо. Спасибо большое. Будем стараться порадовать и себя, и свои семьи, и, конечно, болельщиков.